Так, чек гол. Да-да. А с нами тогда никто не ролял, когда я постоянно пел этот натуральный блондин. Нет, тогда. А, лифт, ты с нами был. Натур. Великий войн армии Альянса. Че там? А, забей. Альянс? Какой альянс? Не, Орда. Нажмите стрелку вверх, если вы готовы играть. Игра запустится автоматически через минуту. Окей. 4, 2, 3, 1. Быстрее, братья. Занимайте позиции. Бам, бам. Ух ты. Бам. Какой-то экшон. Я никого печень. Не могу выделить. Я тоже. Че, у меня печеньки спинят. Ну, блин, какие же уроски эти декорации, ненавижу. А чё у нас эта карта того? Ну, убрали мини-карту, чё тебе не нравится. Послушай, ты не мог бы положить это яблоко себе на голову? А, вот, выбираем типа кого. Кто кого берёт? А, защитник. Не проблема. Рейдер. А где чё брать? А, это у тебя в этом. А? В инвентаре, короче. У меня механик. Почему у меня из плаща торчит факел? Допустим, я механик. У меня из головы. У меня из головы. Но о, если внимательно тут... посмотреть, то все-таки возьмите даже эти, спины. Эти лежат тут, эти башни. Человек факел новый. Ребят, возьмите поставьте башню. Кто нас трудил? Ой, я еще зелье здоровья. Так, а теперь кто объяснит смысл, как здесь играть, если кто-то играл? Я выживание. На нас должны пойти крипы, все, что я могу сказать. Я могу баррикады строить. У меня есть кнопка создать башню, но она не работает. Там написано, нужен материал или что-то такое. Я могу мину устанавливать. Ладно. Ремонт, создать боеприпасы, требуется единиц материалов. А материал это что? А. Я поставлю мину вот здесь, короче, ребят. Кристалл баланс. Что меня это вниз кинул? А, смотрите, тут баррикады валяются. Вот эти ящики-то баррикады. Какого хрена ты вниз спустился? Я хотел тут мины поставить. Нахрена... По-моему, у меня что-то лагает. У меня все летает. Сильно. А, это пинг. Нет, я понял, это из-за пинга. Я именно поставил. Поднимай меня наверх. Ну и? Лифт, скажи своему брату, чтобы он меня поднял. А, погнали походу. Слышь, Андрей, на лифт не рекомендуется ходить без разрешения более опытных игроков. Так что, Паш, не ходи там. Некуда стрелять, кстати, на. А, подожди, оно что, не направленное, что ли? Прикольно. Прикольно. Так, ладно, пока там это еще что-то идет, это печенье, ладно. А, это походу осадный домок. Так, сюда кто-то прет. Зомби, у меня, блин, лагает жутко за пинг. Так, я развернулся, ребят. Где зомби? Где так, зомби? Короче, я слева буду защищаться. Да. Ну тогда я справа стою. Ой, я сейчас выстрелю. Я выстрелил. Я убил. Где вообще кто-то, а? Да там зомби какие-то идут. Да я ему камеру привязал. Очень неудобно. Почему-то все любят привязывать камеру к персонажу. Ну это же тут. Там забей справа. Сверху, но уже нету их. Слева. Буду стрелять по Паше, господи. А тут есть френдли дэмэдж? Зачем ты по мне стреляешь? У тебя все равно хп полный, не? Да. Но ты патроны тратишь, если что. Патроны? Какие патроны? Сверху посмотри. Ну, кстати, я так смотрел, по-моему, ты единственный зомби, который на нас попал. Так, ребят, у нас сверху прорывается. Да? Да нет. Да нет, уже все. Мы же пришли. Мы пришли, а не обосрались. Да. Мы пришли, они уж окей. Сплэш дэмэдж очень сильный, кстати, блядь. Я призрак! Я пришел за твоей душой! Ёпрсте. Ну, слепую буду бить их. Отлично. Город наших союзников а почему мне не показывают... А почему в таблице меня нету?
какой там лицо. Это фабрика справа, сверху. Пули опыт. Там нету. А, там, ты есть. Да. У тебя 122 пули. Да? Ну да. Да. Там тебя не показывают, потому что там пульты, это хрень, это хрень. Потому что ты и так сверху есть, там показывают других игроков. О, зато я по киллам одинаково с Пашкой, отлично. Как же лагает? А как я уже 17 киллов набил? Я 5. Не знаю, я просто стрелял. Я тоже, я даже... О, там меня механик взорвало. А кто у нас механик? Я рейдер. Я защитник. Я механик. Не знаю, что мне это дает, но я не бывает дирижабль. Дирижабль, ага. Я поставлю ремонт на автовиз. За ней. Что они бьют, я понять не могу. Они подходят к этому факелу, дирижаб... что там бьют. Если инвизки, я могу бегать на инвизе к дирижаблю. О, я пошел куда-то чинить что-то. Я что-то починил. Я могу баррикаду улучшать. Я пока еще от пулях подпилю. Я могу создавать боеприпасы, но я хожу так. Надо материалы где-то брать. Я Пашинки покрасил. Дирижабль, ага. А где дирижабль вообще? Фига, о, дирижабль! Че, какой дирижабль? Вот он сверху. У него может садиться или что? Я ничего не вижу. Я не знаю, и что он дает нам, какого хрена он прибыл сюда. Это типа, наверное, магазин, но... Но мы его не можем выделить. Я тоже не могу его выделить. Я ничего выделить не могу. Я могу разрушить что-то. А я могу его разрушить, подожди. У меня есть... О, нет, подожди, не то сказать. Там будут ломать баррикады. Завод начал работу, что? Я его уничтожил. Все, ребят, если, короче, настанет зомби-апокалипсис, с лифтом и кассетом ни за что не связывается. А кто со мной связался? Я хочу дирижабль сломать. Из Даварана выехал караван. А слушай, его вообще выделили. Давайте грабить караван. Как его сломать? Пускай висит уже. Завод завершил работу. Какой завод? Дирижабль улетает. Какой завод? Завода нет. Может, это не магазин, просто прилетает с заводом делать. А тут уже какой-то. Вы давайте защищаете, что ли? Я пока минус. Я чиню какую-то башню. А нет, я вот теперь чиню какую-то башню. Какую башню? Зачем кто ее сломал? Кто там что-то... Зеленый. Вот это уже был не я. Так, подождите, сейчас я вам подставлю. Эй, уйди, зеленый. Елик, уйди, уйди! Все. Ой, слушай, новенькие пошли. Ну какие-то новенькие, реально. Сейчас я ультану. Что, ульта? У всех есть ульты, а у меня установка не. А у меня разрушение здания. Не знаю, у меня стена защиты убивает всех. Я тоже могу разрушить здание. А, тогда у меня создать боеприпасы есть. Нас тоже в том числе, да? Стены из пуль построили. Погнали, погнали! Я его убил. Еще погнали? Еще у меня патроны скоро кончатся. Еще я лагаю дико. Я уже сотку набил каким-то блоком. У меня 15. А там нужно, раз ты не куда убить. А, я забыл. О, я самый днище, здрасте. Завод. Завод готов начать работу, а? Какой такой завод? Кстати, ты же уничтожил завод, теперь шмотки... Я поставил завод, без проблем. Теперь у нас патроны скоро кончатся. По-моему, это не очень завод. Ребят, я пойду вниз схожу, просто мне интересно, что там еще получалось. Да ничего там нет. Я тебя радую. Сходи погуляй лучше. У меня инвиз есть, так что... Я создам боеприпасы. Может, там где-то завод появился. Я не создал. Ой, ломай. Я нашел кристалл баланса какой-то. Я нашел еще один кристалл баланса. Тут зомби. Карбалан. А вот караван, слушай, едет, пацаны, караван к нам едет, а его зомби ломают. Так, я к вам спущусь, а как спуститься? Караван. Как спуститься? Дарарана едет дарарана. Дарарана, дай. Один, я остался там, один вагон. Да слушай, нас лучше сломают нафиг. Один остался, я его убил. Ждите, короче, там. Там ты.
Эта штука, название мёртвая окна, как бы, ну, не сильно. Ой-ой-ой-ой-ой! Хреново. Блин, у меня пин большой. Так. Ну ладно, небольшой пин. Или его сейчас сломают там. А, слушай, тут задание есть. А караван? Куда ты обратно поехал, караван? Я не понял. Со всем, что здесь написано, фига себе. А по почему мне караван поехал обратно? Рейдер какой-то. Что? Я рейдер. Ну ладно. Я буду стрелять. Я мог установить уровень сложности в самом начале игры, но я его не поставил. Ребятки, нафиг. А там есть легкий какой-то. Народ, как патроны добыть? У меня кончается тут просто. Нет, у меня есть, я могу их создать, но мне нужны эти. Я сферы баланса вам принес, ребят. Мне нужна единица материала. Пойду поищу вам материал. Ну написано, как открыть, короче. О, я нашел башню. Дополнительно здесь это написано, как открыть магазин. Мы в своей лохе думаем, что нельзя его открыть. Да ладно. Как? Чё, где? Нажми там шипы. Ребят, тут, если честно, немножко крипово. Я потерялся. На наших союзников напасть. А, она сломает. Где наше минное поле? Улучшение, завод. Завод очень важен для поддержания обороны. И что теперь делать будет? Парни, я к вам бегу, конечно, но я сейчас пожру. А, мне скилл. Ой, мы сломали баррикаду. Я, короче, несу материалы, одну башню патронов. Башню и... Так, у нас тут одну баррикаду сломали. Я сейчас поставлю. Там это, прорывают. Может, не ехать по лифту, у нас тут уже этой дырки есть. А, уже нету. Так, Паш, две патроны нужны, да? Да, да. Я дам. Где кто? Синий, да, нужен. Я положу рядом. 10 патронов не так уж и много. Так, у нас справа так, прорвались. Так, дайте баррикаду я поставлю. Я материал. Откройте. Все. Ну еще патроны кончатся. Чувак, у меня 15 патронов, у тебя хоть полтинник. У меня 156. Подожди, как открыть-то? А, шип меню покупки, лол, команды, нахрена. Пашка, иди сюда. А не проще было сделать все по-нормальному? Нет, по-нормальному было закрыть проще, потому что это хардкор, а хардкор это хорошо, не очень. Сказал бы, что ты пишешь хардкор. Я ненавижу хардкор, ты меня знаешь. Так, время печенье. Так, мне нравится просто. Ну, хардкор игра игрой, печеньки прописание. Ну ебал своими печеньками. Эй, защищай давай нас. А то у тебя все подохнет. У нас уже аирки полетели. Ой, банша. Нет банши. О, ребят, я ж могу патроны передавать, лом. Ай, ну то есть смысл, что ты не можешь. Спустите лифт как-нибудь, народ. Как его спустить? Он сейчас сам спустит. Сейчас потому что у меня автопочинка стоит. А вокруг! Ну, погнали, чё. Так, что это тут есть? Тут куча шмоток. О, материал, я нашел материал. А, вон, сверять можно. Я о, 50 О, таверка. Хочу поставить таверку. Поставлю ее на лифт. 50 пуль. А, да, поставил, отлично. Ребят, нас прорвали куда класть. Да, я внизу мне хорошо. Так, я еще материалы нашел, держи. Еще нашел материал. Я у меня так полный инвентарь. Сейчас тебе 50 пуль дам. Давай. Ой, подожди. Я вообще все плохо. Помоги мне, говнюк. Так, а я твою отбиваю. Ты вообще, господи, за лифт. Как же так можно, а? Я, короче, блин, нет. Сейчас так, у нас купить. Справа тут прорвались. Да, слева прорвали. Бегу, эй, лифт, эй! Вы еще живы? Лифт сломали! Извини. Лифт вот сломай, эй! У меня тут патроны, между прочим. Датчик, пожалуйста. Может, не надо его так нагружать? Лифт разрушен. Лифт разрушен, что? Лифт чё, как? Че за херня?
За мной народ, я знаю, куда идти надо. Да боеприпасы. Чуваки, тут дырочка есть небольшая, можете слева пройти. А, я уже пошел, я себе патронов накрафтил. У меня есть сейчас только. Кто механик починил? Механик ушел. Механик я. У меня 200 патронов, кому надо? Сколько сюда идут? Так, где там слева есть дырка? Вот, вот, видишь, через которую проходят. Слева, а, подожди. Мы не можем тут подняться. Вот, Андрейка, приходи. Ты не можешь? Черт. Эту баррикаду еще надо разобрать. Открой дверь! Вообще прикольно. Я его сломал, ну ладно. Так, ребят, проходите по... Так. Ну, спасибо. Привет, ребят. А! Еще я выложу боеприпасы. Вот патроны. Вот 50 патронов. Вот 50 патронов. И еще вот 50 патронов. Кому надо, забирайте. Видишь, надо задрачивать клавишу. А. Просто выжимаем ее. Слева, слева, слева. У нас уже таверок не осталось. Дирижабль, здрасте. Дирижабль, здрасте. Чего с ним можешь забрать дирижабль? Дирижабль, ага. Раз дирижабль, значит, время печенье. О, ой, зелки какие-то. А где взять деньги? Где они вообще написаны? Какие деньги? Ну, тут за золото все. А это боеприпасы, наверное. А, стоп, а что ты выбрал? Я ошиб нажал. Написал. В чат. А, как это надо написать? Эй! Дирижабль. Аншип и выход из минут покупки. А как обратно реально? Шип, аншип, вот я написал. А мы тут закупались, ребят, привет. У нас тут уже изнутри баррикады ломают. Ничего, выживем. У нас еще 44 минуты надо пробить, выжить. Сколько? Наверху написано. Уже 43. Что ты? Но... Ребят, я предлагаю ВГВП. А в этом, в триггерах есть чит-код для выигрыша. Давай, юзай. Что-нибудь типа, наверное, вот такого. Ну, он не особо заморачивался над его названием, честно говоря. Вот такое название, нет? Нет. Ой, зерги, блядь. Что более прозаичное. Тут какие-то супербыстрые зерги приперлись. У нас просто уже нету баррикад. Слово патрон тоже. У меня уже их мало. Так, Андрюшка, держи патроны. Я, наверное, сейчас освобожу тут место и пойду погуляю за патроны. Я умею патроны делать, но я тут слегка стреливаюсь. Слишком многовато забег. Освободите уже левый проход. Там не пройти, ладно, тогда я через право пойду. Все, иди пока чисто. Ай, вот Паша пернул всех убил. Так, раз боеприпасы нашел, два материала. А зачем мне дали материалы? Если что, дай их мне, я сделаю патрон. Ему здесь лежат, прям, Паша. Паша пернула баррикаду, она стала красной. Слушай, баррикад очень много лежит. А, Джорди! Грот! Грот! А, господи! Опасно! А, слушай, они меня внимания не обращают. Ты не атакуешь, они бьют первую очередь атакующие. Короче, просто беги, делай, что надо. Джорди! Ай, больно? Это будет эпик, если мы все 40 минут еще продержимся тут. Ну, это будет не очень эпик, 40 минут засидеть. Ай, я умер! Игрок погиб. Кастет. Да? Давайте, короче, у нас... Я отвалился слегка. Так, теперь у нас нету... боеприпасника. Не, у меня там 10 патронов лежало внутри.
Держимся, пока патроны есть. Потише, потише. Ой, камера свободная, о зла! Ой, народ, а у меня патроны. А, ребят, из меня все вывалилось, можете подобрать. А, то есть я могу забрать кинский сердце для крышат? Ну, если хочешь. Ну, а ты не знаю, ну, я думаю, сердце для пересадки у меня, что он самая лучшая идея. У меня патроны кончились. Блин, посмотрите, что за толпа справа. Я просто поставлю мину и это... Лифт! Осет! Осет! А ты можешь деньги нас передать? Чё, пукаю? Подожди, подожди, подожди. Пошли отсюда. Я могу искупаться или нет? Интересно. База пуста. А один должен оставаться на базе. Поиграли, ребят. Короче, не одобрено Андреем. Прикольно. Мне понравилось. А мне понравилось лично, нормально. Посмотрите, с другими картами этой карте можно... Чё, ещё раз? Давай, чё. Ну, по сравнению с другими картами, это вообще шедевр. Не, мне больше нравится Lord of the Rings. Ну там, ты сам понимаешь. А посмотрите, как называется компы. Ладно, нужно, короче, отойти на секунду, не начинайте, ладно? Аутист. Блин, я в 4 должен был. Пофиг. Сюда пофиг, поиграем еще. Ну тогда дай, пока. Хорошо, подойдем. Поехали. По-моему, лифт компьютер. Так, мне больше нельзя доверять механику, ребят. Дайте мне кого-нибудь другого. Я буду рудером. А ты не с кем был? Я был медиком. Я был механиком и слот гейм, так что гоним по ребятам. Я возьму медика, мой медик. А мне здесь кто-то нас обстреливает так внезапно. А видите, наверху там еще какие-то эльфы стоят. Куда они деваются? Ну они баррикады строят. И умирают. Идеально. Эльфичка! О, смотрите, здесь был эльф, он исчез. Че за бред? Лучник, лучница еще стоит. А, вон он. Послушай, ты не мог бы положить это яблоко себе? Я защитник. О, ну мне оставили механика. А, ты будешь помнить, чем я. Эльфийка убила эльфа. Я могу улучшать баррикаду, стена защиты. Короче, я в себе беру материалы, буду делать патрончики. А я могу из материалов делать зелье лечение. Так. Ладно, я, короче, пошел рудерить сразу. Некуда класть. Ну, да, чё. Я пока как надо. Зачем завод вообще нужен был, я чё не понял. Патроны. Завод там на Ялмате, он патроны регенерирует. Лучше главное не ломать. А вот что, если кинуть материал в завод? А вот, смотрите, завод очень важен для поддержания вороны. Каждые 30 секунд завод создает 10 пуль. Копировать материалы? Ой-ой. А, надо положить материал. Зачем мне вообще этот скилл на разрушение? Он же меня провоцирует. Все, короче, завод не трогайте просто. Так, ладно, там тут принес. Просто и запихиваем вы... в этот завод материалы. Выйти кто-нибудь со мной, там прямо возле выхода стоит, блять, лежат вещи. Пока. Зачем мне материал? Видишь там завод? Я зелье сделаю. Видишь, он справа валяется. Ща, погоди, зелье делаю. Возьми, может, штуки, которые справа. Да, видишь? Вот, сразу. Короче, защищать надо его, вот и все. Крылом. А здесь в основном так, баррикады. Все, уходи. Всё, у меня полный, у меня три этих башни. Давай, Лип, идёшь. Да, я рубер. Установка башни, баррикады одни. Город... А я могу баррикаду продать? Да я походу уничтожил. Еще печально, что лифт не помнит. Кристалл огня. Это в башне надо питать. Ну, понятно. Так это что такое? О, хилка. Куда материалы, говорите, кидать? А, в это. В этот вот, кристалл огня вот надо кидать в башню. Давай я поставлю свою башню вот. На вот сюда. Ой, не такая.
Я поставил свою башню. На помощь! Выпусти меня из этой клетки! Я поставил в нее кристалл. Она теперь огненная. Лиф, отпусти кто-нибудь лиф, пожалуйста. Сейчас иду. Сейчас я только развернусь, я опущу. Главное, чтобы лифт не сломался. Так ладно, там же это пошел. Да сломаем баррикады, чё? Слушай, неплохая башня. А, кстати, Андрей, ты же там все зелья делал, да? За вас, брат. Я пойду за пули размножить. Ребят, тут это, размножилось очень-очень много пуль. Дай мне зелья, пожалуйста, то я раньше. Чай я еще дам. Я тебе два дам, чё. Я тут пули размножил, их теперь очень-очень много. Так, кто у нас защитник? Баррикады улучшайте. Если чё, у тебя есть ульта, пукалка. А так, слышишь, если я тебя мог так похилить, зачем тебе сейчас было? Так, уберись этим подколётом. Я не на будущее оставлю. Знаете, вы просто первый раз ничего не поняли, а так карта прикольная. А я говорю, во-первых... Помнишь, что не так работает? Даже если сравнивать её... Даже если сравнивать со всеми картами в Варкрафте, она довольно неплохая. За карта нормальная, видно, что работали на этом. Карта нормальная, нисколько. А если не работали, то хотя бы руки с того места. Более-менее. И то, что надо задрачивать клавишу А. Ну вот то, что нельзя ничего выделять, вот это тупо. Да. Нельзя быстрее ХП союзника. И эти факела из головы тоже как-то. Да зачем это вообще? Факела из головы. Это самая забавная идея. Забавка с 10 из 10, да? Ну комбольды просто, у нас вместо свечи, у нас факела из головы торчат. Может DLC какой-нибудь, не знаю. Или может быть там и факелы просто... Фантастик Фурен Варкрафт. Просто тут материалах-то... Так, в этот раз постарайтесь завод не разрушить. О, я разрушил. Блин, долбанные баррикады, как они бесят. Их можно уничтожить как-нибудь? Баррикада? Народ, а да. Кто они? Защитники, которые в ящиках. Народ, а что с вами делать вообще? Найдите меня, пожалуйста. Так, завод работает или нет? Да, да, работает. Андрей, где я? Ты или я не знаю. Зелье силы? Перезаряжается вот автосурбцы? Ну что? Я родился. Некуда класть. Так, я сделаю пару хилов. Некуда класть. Ой. Подберите материалы вот эти вот, и сделайте из них патроны. На базе куча материалов лежит. Держабль прилетел. Нате патроны. Сейчас пока две. Так, кристалл молнии. Так, вот ещё. Кристалл молнии, а крошка. За что покупать-то, лол? Там нет, потому что у нас не было. За эти, походу, за патроны. Он в переменах не установил эту фигню. Нам это, башни бы пригодились побольше. Я хочу кристалл накопить. На 500 вот это. А. Вырвать. Есть 50 пуль. 50 пуль возьму. Блин, долбанные материалы. Так, ты нравишься еще идти за вещами? Да у нас тут материалы. Вот, из Даврана выехал караван. Кто пойдет? Внизу едет, по дороге прям. Пошли. Надо, чтобы кто-то один остался. Значит, базу, так, пускай... Кто я нас защитит? А, защитник. Я пошел. Уже. Мы с вами пойдем. Короче, где он там? Да, пусть защитник вернется, ребят. Хотя, не-не-не, слушай, там тоже зомби предостаточно. Так, тут темно дико, куда здесь? По дороге вниз, идите по дороге вниз. Идем, идем. О, пошли новые. Так, у них хилка есть, что есть? Ну, дорога вроде вот. Город наших союзников в осаде. Материал кит. Кто-то сдох тут. Тут ничего нету. Да, нет, тут там какой-то нету. Труп. На нем табличка. Не, я туда вышел, там наткнулся на караван. Нет тут ничего. Нет? Вот мы его профукали, когда зомби убегали. Союзников в осаде. Да, он был внизу. А, может, еще с разных сторон парни. Да, в описании написано снизу. Паш! Да. Залезай.
Сейчас, подожди. Я уеду. Давай готов начать работу. А типа пихать туда материалы надо сейчас? И патроны. Да, да, пихаешь материал, он делает два материала. А, ну и патроны пихать? Патроны возможно, я не понял. Сейчас. Нет, не надо патроны пихать. Не... А, нет, работает, похоже. Да, работает. Баррикады. Да, работает. Баррикады. А материалы кончат. Так, все, перестал дюпиться. А, ну завершил тогда. Так, перекады. Слева специально для ворота. Так, у нас слева прорвали. А, она не убирает. Так, создать баррикаду. Нет, как оно работает? Ты какое-то время долгое создаешь ее. Так, где подожди, да тут баррикад куча валялась, куда их дели? А, да ладно, я взял материал. Нет, материал мне не нужен. Это баррикады были. Да, вот они, вот баррикады лежат. Ставьте. Я взял баррикаду. Так у нас же есть термин, который делает баррикады, нет? Да, смысл. Зато материалы не построим. Мне кажется, у них уже построили. У меня, у нас еще два материала у меня. Там лежит где-то еще. Я что-то в заводе делаю. А где железо? Китай отдельный материк. Хотя нет, вчера Дэн заявил то, что Китая не существует. Да, Китая нет. Да, он вчера так уверенно орёт, Китая нет. Его не существует. По-моему, они хотят залезть на наш лифт. Пацаны, я понял, у нас атакуют китайцы. О, у меня материал. Зомби могут активировать. Они могут его активировать, там написано. Только если он будет внизу. Прибуй, дизя. Так, я положу баррикаду. Ребят, я не понял, Китай существует или нет? Нет, ты чё, это миф. Китай это миф, значит, у России нет союзника. Ну как бы я бы не сказал, что он союзник. Хотя бы не враг. Ну как сказать? Он у нас пока что санкции не кинул. Вопрос времени. Так, кто в курсе, чё там с Грецией? Говорят, типа Греция что-то обнаглела, что-то такое, нет? А, чё, Греция? Ну, Греция, короче, не хочет платить, и очень хорошо, видимо. А кому она не хочет платить? Ну, Союзу, евро. А, ну, нормально. Молодцы. У меня повисло нахрен. Прикиньте, короче, это видео выйдет где-то недели через три, а к тому времени Россия уже будет господствовать над миром. Это вряд ли. Я даже готов смеяться. Не верит в Россию. А, так этот, наш же Кастет вообще фашист. Да-да. Украина захватит вселенную. Я пошел. А Китай захватил. К сожалению, не удача. Лаги. А нафиг лифт спустился? Он пошел. Надо быть и патронов. Да, патронов еще надо быть и надюбить их. И кто там создает патроны? Сделайте патронов побольше. Надо их надюбить тоже. Зомби сгорелись. Дайте мне кто-нибудь 50 патронов. Дюпать будем. Ты че? Ахилки можно дюпнуть? Да по идее все можно дюпать. Время печенья. Интерон не на стилочке. Кто защитник баррикады? Че не улучшает? Не улучшает. У меня КД. Так, а у нас материалы остались вообще? Где-то, по-моему, больше. Ощущение, что мы играем в Майнкрафт. В Майнкрафте дюпать нельзя. Ну, можно, но... О, 50 пуль, отлично. Тогда жду завода и буду дюпать. Как мне петь работу его? Так, лифт вот-вот сломается. Лифт, не ломайся. Лифт, не ломайся, пожалуйста, лифт, не надо. Ну, лифт, ну что ты ломаешься, а? Вот, ребят, ну вот вы сломали Влада. Меня не лифт не сломал. Так, это мне, это тоже... Лифт, ты сейчас сломаешься, хочешь? Чё, когда зовут, он начнёт работу свою? Он уже должен начать работать. Не, он не работает. Вот, всё, я запихнул. Сейчас буду дюпать. Надеюсь, я зачем? Оно не дюпается, блин. Он хилку забрал. Кто мою хилку забрал?
почему вы говорите, что натупляло мне? Нет, зачупались. Патроны зачупались, наконец. Нет, не задюпались. Они задюпаются, то нет. Ну ты не тебе спрондюпаешь, чувак, у меня карта крутую, а мы ее дюпаем. Ладно, сейчас потом точно не дюпаюсь, я смотрю. Патроны зомби выпали. Блин, и тут я вспомнил, то что я так и не поиграл в Armored Core Dead Mode, он даже мне не интересен. Ну, ты опять из Даварана выехал караван, чё за караван? Я все равно переживаю, Паша, покажи из кармы, нет? А? Арма вторая есть? А, я вот не помню, да, есть именно. Ну, просто ну, пойдем, хочу в Дэнч поиграть. Дэнчик явно будет не против. Валеру можно в принципе поговорить. Че ты такой быстрый, а? Ну что вы видите? На наших союзников напасть. Надо скачать только арму. Я блин, если мы Валеру уговаривали играть в Циву, наверное, дня 4. И он обижался на то, что я звал его Пандареном. Слушай, я могу здесь башню поставить? Да, могу. Ты помнишь, здесь какая-то караван? Здесь караван лежат? Не знаю, наверное. А вот смотри, там патроны лежат. Ребят, а кто со мной остался? Я. На наших союзников напали. Караван! Дефинс! Покемон! 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 Какой покемон? Кто сказал покемон? Короче, нам караван, можешь не плюки, я говорить, я вылезу. Ну да, плохо. Еще один караван. О, слушай. Я не знаю, кто с тех пор на караваны носили лампы. Ребят, у меня с кухни вкусно пахнет. Я вспомнил то, что мне надо купить в печеньках новую эту фигню, но мне нельзя сворачиваться. Не стримал. А куда караван? Хватит думать о печеньках. Подожди, если лифт сломался, как он поднимется? Как мы поднимемся? И когда лифт уже успел ребята, сломаться? Когда лифт сломался? Мы сломаем какую-то стену и будем там стоять. Лифт. Это как по канону, ты сломался, так что молчи, ладно? Нет, я не сломался, я живой, сука. Сейчас я тебя убью. Нет! На карвана. А, Мьют! Кстати, есть там еще немножко подошек, да? У меня 12 патронов лежит в кармане. За одни материалы. Ну, материалы так... Зашибись, чё? Пусть Паша делает 50 патронов. Не хватает, не знаю. Вот чего-то не хватает. Карта хорошая, но чего-то не хватает. Выделение! Да даже не в выделении дело. Не. Это он дюкает? Кому нужны патроны на базе есть? Я взял... Я, конечно, не особо огромных именно карт, но здесь бы не хватало... Не хватает какой-нибудь огромной крепости. Я взял материалы, и мне ничего уделять. Слушай, не все, по-моему, что-то оставляют. По-моему, фигня всякая. Вот то, что я подобрал, хорошо, а все остальное так себе. А, нет, подожди, вон там еще что-то лежит хорошее. Может, вернетесь на базу и поможете нам? Я еще на башню взял. Короче, я пошел. А как, где? Я сейчас справа зайду. Я что-нибудь сломаю. Готовьтесь восстановить. Надо два сломать, через один. Я сломал одну. А, ну, через... Да, сломайте еще одну. Сломайте, я отстреливаю. Куда? Эй, мне замочили! Беги быстрее! Лифт-танч меня! Лифт-танч тебя, что? Забирайте баррикады в кучу же. Мне патроны лучше. Я повис. Завод начал работать. Так, я так, подумал. Может стеночки поставите? Надо бы, так давай. Же, смотри, это туча стеночек лежит. Одну не хватает. Я одну кто-нибудь поставлю всем. Да вот тут лежит еще несколько. Ой, а что это у меня кристалл баланса? Ребят, никакого башни нет еще? А, это кристалл баланса, не то. Короче, вот не знаю зачем он, пусть лежит. А написано. А, кристалл баланса мне нужен для создания башни. Блять, вот лежит. Вот слева от завода такой. Так, все, я могу тайверку делать. О, зирги бежали, аккуратно. Зирги? А. Слушай, где моя огненная башня? У кого есть кристалл, можете пихать в башню. Я
Одна башня там лечит, вторая нет. Одна башня дебаф дает, вторая ауру урона. Все такое. Ну, тут была моя огненная башня. Нет, ты огненная башня, надо брать сложную нахуй. Все мы что-то теряем в этой жизни. Кто-то огненные башни. Кто-то фуймо. Почему-то мне захотелось поиграть в DayZ и в Left 4 Dead. Врача? Зомби такие звуки. Интересный ног. Лифт, понимаешь, ты сломан, лифт. Сломан. Я не сломан. Там ты лифт. А, ну да. Карл. Чё не понимаешь, Карл? Ты лифт. Карл. Так, короче, башня был 2. Так, я могу прокачать какую-нибудь стеночку. У меня 128 убийств. Так, они, по-моему, ломают вот эту фигню, да? Я, значит, качаю вот ее. Время течения. Cookie time. Нет, не cookie time. Никогда еще одного биллиона течения. Мы уже минут 20 продержались, сказать. Так, нахрена мне материалы вопрос? Поставь их рядом с заводом. Слева сверху, в самом углу есть, вот я положил. Я застрял. А, вот, все. Я хилял что-то. Китай, нет. Китай, это иллюзия. И тут проснулся Жас и спрашивает, куда. Давайте я ему отвечу ролять. Нет, я не буду. Зачем кто-то победит, зачем ничего не морали. Давайте в троллей, если он так хотит. Мы будем в троллей играть? Я в троллей. Так, склад пополнился еще одним этим материалом. Роман! Армы... надо опять забрать. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Андрей. И сегодня мы продолжаем проходить кампанию Warcraft 3 The Frozen Throne. Смотрим видеоролик. Помогёт! Чё-то нет. Паш, сделай какую-нибудь тоже такую же заставочку. С вами Павел Первый. Чуть Пашли, потому что у меня блочится все. ПГС Пандарен с вами. Андрей, тут заблочен. Нечестно. Зомби к лифту прорывается. Лифт, беги! А, бегу, доставать стену! Ты не успеешь. Я тут потом на люпе. На! У меня, кстати, осталось 30 патронов, можно мне пару? Так, тут вот в зеленых ящиках куча патронов лежит. Так, у нас материалы остались вообще? Стена, я не чувствую ног. Здесь справа прорвались! А по-моему, того полечить, говорите цвет. Куда делись баррикады? А, вот. Все здоровы. Я поставил одну баррикаду. Знаю еще одну. Куда вон там лежит целая куча? А, все, мне срать время печенья. Я еще два материала лежу. Да господи, до сих пор не накопилось, его накопилось. Все, поставил. Так. Просто забираешь что-то? Я просто вышел, они закрыли меня. И там уже куча накопилась. У кого баррикады в руке есть? В руке, а не на базе у меня. Я сломаю одну стену, поставлю всю баррикаду в живом. Ты всю не ломай, да? Я же сюда. Нет, пойди же. Стены, стены. Ты где? Я вот справа. Что смешно? Опять элеватор там остался. Давайте его там оставим. Как приманку. Олег, ты задолбал ломать баррикады. Ты убил, наверное, баррикад больше, чем зомби. А еще я могу прокачать баррикаду. Вот. Там исцеление. Вот там, короче, дебашки, одна темная такая, и ну, короче, завод эти. Да, кидайте их, материалы. Слева сверху. Очень-очень много. О, отлично. Так, держите патроны. Давай патроны мне нужны. Я зеленый. Выстрел патроны, господи. А,
Ну сломался элеватор, сломался диктор, понимаешь? Сломался. Да. А, я сейчас приду. Там справа, по-моему, прорвали, нет? Так, теперь лифт у нас будет просто как декорация. Не, давайте его убьем, заберем его патроны. У него 260 патрон. Я видел, что у него есть этот, яички, должен быть. Но что-то походу нет. Может, он только на компе работает. А, наверное. Наконечник, чтобы он постоянно нажимал на клавишу А. Почему бы нет? Блин, у него 250 патронов. Я и говорю, 255. У меня 55. Ну, 290. Дайте мне материалов, я сделаю вам патроны. А ты не все, надеюсь, просрал? Да нет, что-то в заводе вроде делается. Вот у меня два материала есть. Все, один теперь материал. Так, кому нужны были 50 пуль? У меня 54. У Андрея там 54, поэтому... вот пули, вот пули. Это я сделал только что. Нет, я! 103 пули. Жирую. Ой, я забыл баррикаду строить. Улучшать. Улучшено. Теперь 2 по 4, в 1 по 3. Так, еще 50 патронов. Я так и не понял, их можно дюпать или нет? Нет. Десятка вроде как дюпала, 50. 50, ну 50 надо было помнить слишком. Было бы неплохо. Тут 50 пуль лежит. Бережа. Может, что-нибудь наконец купить? Я уже давно купил какой-то кристалл тьмы, повесил в таверку и вроде бы нормально тащит. А какую? Я вот эту повесил кристалл тьмы, по-моему. Ну вы сломали мою башню. Я вот тут. Блин, банши тут что-то уже сильно нас поломали. Паша, ты же можешь чинить эти вот таверки. Да, могу. Осталось вот, слева сверху. И снизу тоже поломано. Да, снизу сейчас сломает уже. Так, сейчас починю. Не блочь меня. Починил. Кажется, тебе тоже нельзя доверять. Один Андрей будет выживать. Чё? А, блин, шипом ушёл. Да, я еще тут выживальщик. Так, а куда материалы у нас делись? Я не вижу материалов. Не знаю, у тебя все были. У меня нет материалов. Я их сбросил. Походу их держабль унес. Прикупите кто-нибудь, там 100 боеприпасов вроде стоит. Да, глянь. Шип. Как там шоу, да? Шип. Я купил. Шип. И в завод сразу кинь. А, у меня его не хватает. Так и в завод. Кинул. Завод начал работу. Отлично. Так, я тоже куплю тогда. Я только что потратил одну пачку патронов Паши. На то, чтобы он сделал еще одну. Нормально. Делать дом, чтобы делать патроны. Тут эта башня ледяная сейчас сломается. Зачем тут вообще эта баррикада стоит? Кто ее ставил? Ой, эти материалы задюпались. Иду еще подюпаю. Ой, банша какая-то страшная пришла. Страшная? Страшная вообще. Белая такая. Ну, они стали приходить сюда, походу.
Они медленные, но жирные. Ну, все жирные папа страшные, не? БВПЕ, да, это и носит. Ой, чувствую, зажрут меня за душу. Тебя? Да, про жирных баб. А, ну. В любом случае, БВПЕ. А что, сможешь это вызвать? Аша? Чего? Аша тоже любит постоянно шутку. Что? Я пошутил просто про жирный баб. Ты такой замолчал, такой думаю, отбился что ли? Так, мне уже трех патронов нужно будет. А, нет, Андрею. Уже вот Андрею нужны будут, а материалов нет. Я возьму мою... Подожди, вот жажа, я дюпал. Он один, а где нам надо еще? Не знаю, я дюпал. Значит, еще не выдюпал. Не выдюпалось. Вот, готово. Нахрена здесь силка? Килка. Вообще. Да блин, этот тотем не дает мне поставить в завод... Мастерский тотем поставит. А у лифта 250 патронов, то зашибись. Нагадывай, и у Андрейки 228 килов, так что. Там у меня 161, два патрона, два патрона. Тут вот валяются в ящике с патронами по 10. Мне нужно. А, туда все равно не пойти. Кто защитник? Ульту пусть активирует свою. Сейчас? Ну, почему бы нет? Или позже даже. Ну ладно. Позже пока отправляем. Да ладно уже. Она недолго подождется. Так, все, боеприпасы. Андрейка, держи. А, подожди. А, лол, окей. Она просто всех крипов уничтожает. Да, вижу. Погнали. Это раньше правильно? 50 пуль, полнички, да, дальше. Ой, тут материалы лежат. Нет, уже нельзя. Завод сейчас работает или нет? Ой, сейчас башню скирит Паша. Пацаны, лифт починим, давай. Башню чинить, сейчас ее сломаем. Сейчас. И снизу тоже очень хотят ее сломать. Слушай, маленький еврей, ты запиздил 50 патронов, сейчас нам очень нужны. А? Запиздил 250 патронов. 250, Карл! По-моему, моя способность не работает. Я чиню, но она не чинится. Я не знаю, у меня работал бы. Паш сейчас описал меня в жизни. Я чиню, но не чинится. Тут только что рядом с заводом были материалы, куда делись? У меня два материала есть. А, ну кидай их в завод. Вон я их ползу. Нет, я это не их. Пол... Опять с тебя пришла, нет, уже не ушла. Снизу тоже сейчас все погорит, на. Мне 100 патронов осталось. 85. Лифт 250. Стабильность. Лифт, применуйте, пожалуйста, в элеватор 250. Элеватор 250. Фига себе, 364 кило. Лол. Сломали башню. Она здесь это баррикада. Да я ее сломаю. Костет, мне кажется, время твоей ульты. А, я ее уже юзал. А, ясно. Слева тоже сейчас все сломается. А, лол, он улучшился. Так, у нас справа баррикаду сломали. А, наверху лежали раньше.
Тебе походу их ставить придется. Ой, большая жирная бабка помает. Помала башку. Ну блин, я не мог прокачивать, потому что там тавер стоял. Вот его. Возьму. Все, у нас последний тавер снесли. А, блин, тут большой в текстурке залетело. У меня кончились патроны. У меня 10 пуль есть. Держи. Сколько? 10. Убивал 200, блин. Так, по-моему, я вообще не могу их убить никак. Я дупу А нажимаю, но это как-то не особо работает. Ульта сейчас будет. А патрон хочет. Хочу просто хилю вас. Ульта! Так, все. Сейчас я тебе дам патроны, Андрюх. А может быть сначала баррикады поставишь? На. Паша, не помню, куда это. Лично. Тут баррикады поломались. Ну ладно. Так, еще держи. Ой, там баррикада. Я сейчас прогуляюсь чуток, у меня есть хилка. Только не... Сейчас. Вот баррикада. Так, у нас сверху еще прорвали. Иду. Блин, я шлюю. Они только сверху, слушай, справа тоже. Ну, справа давно. Но сверху тоже пробивают. Я нашел две баррикады, но надо их как-то поставить сюда. А, сверху у нас рушатся баррикады на глазах. Уже черные какие-то пробивают. Эти зомби вообще убирают или как? По-моему, не очень. Синий именно. У него, по-моему, там скрипт на автоматическое усиление. Они сломали только что поставленную баррикаду! Еще у меня есть темная эта фигура для башни. Не хочу, спасибо. Приятного аппетита. Бам! Я бросал зелье омоложения. Что? Стом уже вы. Немножко. Патроны, 10 пуль. А у вас тоже теперь есть два выстрела, один наносит 100 урона, другой 150? Нет. У меня просто 150. У меня вообще нет. Один 100, 150. И... Оп. А, блин, они уже... Кирлик. Прикол в том, что... Бой, я сейчас сдохну, прощайте, пацаны. Тут какие-то черные зерги. Я прямо... Они меня зажали. Меня зарашили. А, Лир до сих пор жив. Наша хильну сейчас. Лифт тоже отвалился, по-моему. Лифт тут просто бегает. Бегает и в лодке. Молодец, лифт. Так, по-моему, это все. Ну да. У нас завод отвалился. Теперь точно все. Я такой в углу стою, нормально, как ни в чем не бывало. Тут еще некроманты какие-то, все, меня сожрали. Дирижабль прибыл. Может быть, они просто поторговать хотели? Подвижь торгу. Сколько желающих. Ну слушай, да, сейчас рынок построят. Нужно больше дерева. Storm, earth, and fire. Heed my call.